снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, как вы заметили по названию видео, сегодня наше видео будет не о рыбалочке, ну, то есть о рыбалочке, но сам процесс будет не ловля. Подготовка рыбацкого места на ловлю, на поплавочную ловлю в камышах. Да, сюда мне пришлось, конечно, добираться очень тяжело, потому как ни тропинки нету, поля, трава выше колень. Также один из наших подписчиков, Юра его зовут, поделился результатом рыбалки на Днепре. Давайте посмотрим и поддержим Юру лайками. Не такая вот рыбалочка. Цитак, вечерний улов. Сейчас как раз поклевка. Сейчас там сзади. С ямы. Как раз с ямки поклевочка. Это у нас костерчик будет. Уже не стоит. Палаточка. Что с товарищами? Кстати, линя взяла хорошего. Такой здесь полкилограмма. Ну, скорее всего, карась. Да. Линь. Вытаскиваем. И смотрим. Линяка. Жесть. Красавчик. Я потом линяк искать. Ну, давай, пятак. Вы также можете прислать ваше видео, краткое, с результатом рыбалки. Только обязательно одно правило. Укажите голосом для канала «Вокруг водоемов». Свои видео вы можете отсылать на мою электронную почту, которая будет указана в описании под видео. Вот, как видите, три окошка таких симпатичненьких. Я камыш сильно не вырубал. Для чего? Для того, чтобы оставалась тень в окнах. Карась особо не любит, когда вот чистота, да, когда светло, то есть это опасность. В камышиках он себя чувствует намного безопасней. То есть ловля в камышах, она интересная. По-своему тактика тут должна быть. Мне уже не терпится закинуть удилище, но сегодня этого делать не буду. Сегодня только подготовка, закормим, ну а завтра, друзья, поедем на рыбалочку. Так что обязательно следите за новым видео.